занятости и потихоньку перейти к тем самым трудовым правам, которые есть у адвокатов. В первую очередь, это же нестандартная форма занятости, это занятость, которая попадает в классическое определение, то есть где размыто понятие работника и работодателя. В классическом смысле у нас эти понятия даны в Трудовом кодексе. Нет, на деле они соблюдаются. Просто есть такие формы занятости, где фактически нельзя определить какое-то лицо как работодателя. К примеру, платформенная занятость. Либо вот...